скажу, что Евросоюз же принял какие-то слаборазвитые державы или страны, типа Румынии, там, Боснии, не знаю, ну вот эти самые страны, Албания и прочее, они же не созидающие страны, они потребляющие и ворующие, я так скажу. Да, потому что преступность, конечно, албанская, страшная, да. И это все запускается в Европу, да, и это все растекается, как щупальца, как метастазы. Не говоря тоже об однополых браках, говоря там о пропаганде такой-то любви, однополой и прочее, прочее. Вот, и это все, конечно, это разъедает, конечно, все это пространство, мне кажется. Иногда просто удивляешься. И, конечно, единодушие их по поводу России, вот это самое гиперболизированное обвинение нас во всех грехах, когда сами посмотрите, что делает Америка. Спокойно. Базы, так сказать, спокойно нападают на разные страны, бомбят Югославию и прочее. А мы только пикнем, мы только двинем прикладом, и уже вой стоит, понимаете?